14 апреля в Муравленко пройдет ярмарка трудоустройства. Всех желающих приглашают в 10 часов в отдел досуговой деятельности «Лира». Специалисты расскажут о мерах поддержки на рынке труда и современных сервисах службы занятости населения. Соискатели могут найти подходящую работу, получить помощь в планировании карьеры и подать заявку на профессиональное обучение. Работодатели проведут собеседование с потенциальными работниками и смогут подобрать необходимые кадры. Наши консультационные пункты будут работать, то есть по профобучению, все, что необходимо знать, какие направления, как подать заявку и так далее. Также будет работать специалист, который будет консультировать желающих открыть индивидуальное предпринимательство или самозанятость. И будет работать специалист по профориентации, то есть кому нужны услуги, консультации, профориентационные тестирования. Это тоже все будет. Помимо этого у нас еще работают специалисты из МФЦ, у нас будут специалисты из военкомата.